Всем привет, ребята! Вы на канале GameMakers TV, и сегодня мы начинаем играть Need for Speed No Limit. И посмотрим, докуда же мы дойдем, будем проходить события, будем гонять по-жесткому, ребята. Эту игру я уже играл на самом старте, и когда еще был бета-тест, и в принципе игра была хорошая. Коснись, удерживая влево или вправо, чтобы повернуть управление, можно изменить в меню паузы. Игра уже вышла давным-давно, но прям вот охота, ребята, поиграть в какую-нибудь гоночку. Я начал играть Asphalt Extreme, вроде бы называл, да, но мне почему-то не очень понравилась игра. Но вот NFS, конечно, любимая игрулька, и можно его даже полностью пройти. В начале все легко, а под конец уже, конечно, становится все жестко, тяжело, ударяешь постоянно машины. Сейчас у нас будет пока что обучение, и сегодня пройдем мы сами самую первую главу. Пока что мы едем последним. Так, проведи верх для активации нитро. Полетели. Окей, пока что нитро играет, давайте... все. Окей, сейчас надо будет, ребята, нам зайти в настроечки и выключить музыку нафиг, потому что эти авторские права прям душат жестко. Так, давайте пропускаем. Маркус Кинг. В принципе, точно так же, как и я, Марк. Ус просто убираешь, и все, окей. Отличная работа, Ким. Твой водитель очень даже ничего. До королей еще расти, но в целом неплохо. Так, ребята, ставим лайки и не забываем подписываться на канал. Давайте. Так, Ким нам говорит, это девчонка какая-то, так, вздыхает. Твои трюки привлекают нездоровое внимание, хорошо. И Маркус нам говорит, на здоровье, нездоровое внимание не надо. Так, отдалейся от поклонников. Так, Маркус, давайте эту болтовню мы с вами закончим и продолжим уже гонять. Так, нас преследуют полицейские, давайте паузу и выключим нафиг эту музыку, и у нас на фоне будет играть своя музыка. И полетели, давайте нитро включаем и вперед, нам перекрывать дорогу. В принципе, тут все пока что рельсово, и мы можем вообще не париться. Появились вот такие трамплины, когда я еще играл в первый раз, и этих трамплинов не было. Вот, ну, думаю, внесли много чего интересного, и сейчас будет играть еще интереснее. Вот, полетели, воу, отличненько, круто. Все, финиш, ребята. Уехали мы с вами от полиции. Давайте посмотрим пока что киношечку. А вы пока что пишите комментарии, кто играет эту игру, докуда дошли. Нужен ли тут донат, или можно и так зарабатывать. Играем мы с вами на андроиде Nvidia Shield, и посмотрим, какая же тут будет графика, и будет ли все хорошо плавно идти у нас. Это у нас гараж, вроде бы, или автосервис. Так, Марк, крыло не помешало бы покрасить. В таком виде я эту машину в свою коллекцию не возьму. Ну, окей. Так, я же Гово, что за Гово. Давайте не будем эти все болтовни читать, неинтересно. Пропустим. Давайте откроем мы с вами карты. И Subaru BRZ у нас. Открыли три карты. И получаем мы с вами, получается, тачку. Да, берем. Новая тачка, ребята. Отличненько. И вот такой вот красавчик. Давайте идем вперед. Да, тормозит все-таки. Тормозит, хоть и Nvidia Shield, но все равно у нас есть тормоза. Так, отличное начало. Я позвонил своему другу Тайлеру. Возможно, он поможет тебе с тюнингом этой красотки. Хорошо. Так, это у нас Тайлер, такой чувачок грязненький, в гараже живет, по ходу дела, ребята. Так, машина в базовой комплектации, детали от производителя, но нет материалов. Тут я ничего не могу поделать пока что. Окей, все понятно, тут нам поможет гонка компании. Согласно правилам, победители получают материалы. Так, нанеси визит в компанию. Хорошо. И... Так, вот компания. Сегодня, ребята, мы с вами пройдем бонус к топливу, хорошо. Так, компания. Так, тебе понадобится имя, если ты хочешь гонять здесь, как людям тебя называть. Так, давайте пока что это мы пропустим, закроем. И, окей, пускай будет так, пока что ничего не будем называть. Так, клево, да, аноним, да, клево. Теперь давай выигрывать гонки, хорошо. Так, глава первая, ребята, Дуэйн
Постой-ка, ты новый водитель Ким, да, и твой, так, твои гонки с королями расшевелили копов. Мне такой стиль нравится, говорит нам Дуэйн. Как насчет того, чтобы мои угонщики помогли тебе обкатать эту Субару? Хорошо, давайте начнем. Ребята, первая гоночка. Учебные колеса. Час пика. Обойдите своих соперников в час пика. Хорошо. Субарик. Гонка минус 2 бензина. 2 заправочки. К сожалению, у нас тут есть ограничения. И нам нужно будет дозаправляться, чтобы дальше ездить. Начинаем мы нашу гоночку. Пропустим эти стартовые заставочки. И нам нужно держать нашу стрелочку на зеленой зоне, чтобы хорошо стартовать. Давайте нитро. И тут, наверное, уже мы можем с вами дрифтовать. Нет, нет, все еще мы не можем дрифтовать. А, хотя все окей, можем. Оказывается, можно. Хорошо. Вначале все просто, ребята. Первая, вторая глава, я думаю, нам дадутся очень легко. А вот уже дальше будет все сложнее и сложнее. Тут еще у нас есть события, которые открываются только со временем. Не сразу все доступно. И события, в принципе, рождают интерес в этой игре. Хорошо. Завершено. Первые приехали, и получаем мы с вами репутацию, 25 репутации. Идем дальше, открываем карточку. Маховик получили, отличненько. Так, Тайлер нам говорит, молодец, мы добыли материал, загляни в гараж, когда будет минутка. Для тебя, возможно, еще есть надежда. Угу, еще какая надежда, они еще меня вообще даже не ценят, думают, то, что я какой-то зашквар тут. Так, месячная, так, золотая карта, золото на 30 дней, получай золото каждый день. Ну, давайте получим, где наше золото-то? Соединение с сервером. Стартовый набор, но лимит, и можно купить за сколько там? За 379 рублей. Ну, тут все пакеты только за рубли. Но мы их не будем, конечно же, покупать. Может быть, купим, посмотрим. Идем дальше. Следующий. Новый герой на время. Только вы и дорога в этой гонке на время. Хорошо. Полетели. Минус 2 заправочки. И так. Покупка премиум-контента гарантирует получение эксклюзивно редких деталей, нам говорит подсказочка во время загрузки. Пока что мы назвались аноним. Вот. И вот такие стартовые заставочки. Но все-таки, ребята, знаете, что мне не нравится? Тут все-таки есть тормоза. Все равно, ну, лагает игра. Это очень плохо. Вот. Я думаю, может быть, даже мы перейдем на iPhone. Вот. На iPhone, я думаю, будет играться лучше. Так. Давайте дрифтуем. Чем больше дрифта, тем больше монеток мы с вами заработаем, ребята. Так, полиция. Полиция нас догоняет. Но тут тупейшая полиция. Ребята, вот что я вам могу сказать. А вот куда поехала полиция? Вот, все, приехали. Отлично. Завершено. Приехали мы с вами 26 секунд, а цель была 32. Отлично. И получаем еще репутацию и идем дальше. Открываем новую деталь. Упорный стакан у нас был. Сейчас, в принципе, мы можем с вами пройти. Можем с вами пройти, знаете, куда? В гараж. А в гараже у нас новые детали, и мы сможем провести тюнинг. Стайлинг, тюнинг. И так, это у нас тормоза. Давайте установим за $350. Отлично. Видишь, не высшая математика, но приходится со своими степенями работать на таких вот людей. Так, Маркус еще та заноза, но так, лаборатория его семьи настоящая Эльдорадо. Так, ну, болтовня. Не обращай внимания. Просто продолжай выигрывать гонки компании, и вам с Тайлером будет с чем повозиться, да. Давайте выходим назад. Мы, наверное, можем еще турбо наше улучшить и устанавливаем также за $350. И давайте выходим назад. Продолжаем нашу гоночку. Тут у нас вот такая вот карта. В принципе, наверное, все уже попробовали поиграть. Вот мне интересно, вот здесь за пикселями у нас есть
новые зоны или нет, или это вся карта уже у нас открытая вот такая. Вот, пишите, ребята, в комментариях, давайте идемте в компанию. И гоночка на время. Так, на перегонки со временем, давайте выбираем тачечку. Так, на время заезд через Maple 3. Не забывайте улучшать детали. Вставляем материалы. Хорошо. И начинаем мы с вами. Одним мы с вами на трассе пока что. Так, опередить время. У нас 33 секунды всего. Отвлекся я на таймер. И так, дрифтуем, дрифтуем. Зарабатываем много. Так, отличненько. Дофигище зарабатываем. И можно использовать нитро теперь. Во-во-во, тихо. Вот так вот, много дрифа, много бабла, ребята. Деньги тут тоже нужны нам. Отличненько. И по, вот так вот завершили. Приехали мы с вами за... За сколько? $972 заработали. Приехали за 27 секунд. Цель была 34. Отлично. Мы молодцы. И получаем 50 репутаций и повышаем уровень. Второй уровень у нас теперь. Идем дальше. Получаем 15 золота и дозаправочку. Можем открывать карты. Рулеточка. Так, аэродинамический элемент. А, хорошо. Так, что у нас будет дальше? Привет, это Лил Уэйн. Зацени мое особое событие и будь VIP Мэнни. Что-то там было написано, да. Это у нас событие, которое выходит со временем, не сразу. Завершите 7 дней испытаний, чтобы выиграть Mercedes AMG C63S Coupe. Отлично. Я думаю... Мы посмотрим, но нам нужен четвертый уровень. Так, давайте компанию у нас, да? Продолжаем мы с вами проходить. И следующая у нас гоночка. Так, час пик, утренний финал. Обойдите своих соперников. Загрузочка. Так, через час пик езда через мост Айронбор. Хорошо. Давай загружайся. Ну вот, загрузочка, в принципе, тут долго, наверное, так думаю. Можно было бы побыстрее. Так, заставочки все пропускаем. И теперь уже у нас есть наши соперники. Держим мы с вами обороты на 4-6 тысяч. И идеальный старт у нас. Отлично. И давайте сразу же нитро. И сразу же в дрифт. В дрифт заходим. И используем нитро. Я уже вам говорил, что тут полиция тупейшая. Сейчас вы сами поймете. То есть мы едем, а полиция может просто рядом ехать или просто обогнать и ехать впереди, но никаким образом нам не мешать. Ну вот. Но в будущем, я думаю, они будут более агрессивны. Так, ускорение. Вот видите, ребята, полиция едет впереди и даже никак мне не мешает. Так, дрифтуем мы сами, конечно же, обязательно, чтобы было много бабла. Все, финиш. Отличненько, ребята, завершено. Так, репутации 40 получаем и открываем новую карту. Это новая деталь, аэродинамический элемент. И сейчас, наверное, мы с вами, ребята, пойдем в гараж и улучшим нашу тачку. Гараж. Заходим в Subaric BRZ. Улучшаем турбо. Вторая деталь у нас уже есть и устанавливаем. Отлично, и можем перестер. Что такое перестер? Ну, в принципе, мы поднимаем общие уровни, звезды, не знаю. Выберите пустую ячейку, чтобы открыть искатель материалов. Ну, так, комплект улучшения турбо 1. Доступно 0, установить 2500. Да, пока что ничего не можем сделать, давайте выйдем назад. Вроде бы там, да, больше, к сожалению, нету деталей, оказывается. Потом у нас еще есть, ребята, ежедневные задания. Давайте посмотрим. Дрифт 800 метров. Давайте возьмем. А потом установите материалов 3. Тоже возьмем. Отличненько. И задание. Торможение двигателем. Давайте возьмем награду. И тут у нас какая-то карта. Получаем мы с вами чертеж машины. Форд. Форд Мустанг. И нам нужно еще собрать 13 частей, чтобы получить эту тачку. Давайте идемте в компанию. Компанию идем и продолжаем наши гоночки.
Шторм на хайвее, час пик. Обойти своих соперников, чтобы выиграть. Хорошо. Итак, загрузочка. Все-таки, да, толк у нас грузится на уровне. Вот, не очень хорошо. Так, прийти первым нам нужно. И давайте начнем уже, наверное, так. Давайте ускорение и дрифтуем. Дрифт нам набирает много денежек и еще нитро. Заполняет нитро. Это хорошо. О, таксист. Так, дрифтуем. И ускоряемся. Отлично. И опять мы сами, ребята, дрифтуем. Хорошо. Вот, хороший дрифт. Кому нравится, ребята, ставим лайки. Ускоряемся. Тут, конечно, правила дорожного движения вообще к черту. Что гоночные машины, что городские таксисты, обычные тачки, которые ездят по улицам, они едут по встречке. Им без разницы, куда ехать. Так, ускоряемся. Тут как будто, ребята, односторонние движения у них, что ли, может быть действительно так. Ну, зачем тогда двойная сплошная? Завершено. Итак, приехали мы первыми и получили баблишко. Теперь у нас третий уровень. Когда мы дойдем до четвертого, мы уже сможем, ребята, с вами поиграть в события и получить новый мэрин. Так, новая деталь. Давайте посмотрим, что же нам выпадет. Баксы. Баксы нам выпадают. Тоже неплохо. И так, грузовые доги у нас есть. Что это тут у нас? Ну, тут мы открываем с вами типа сундуков. Ну, тут у нас грузовые доги. Так, твоя растущая репутация помогла мне очаровать поставщиков и создать рынок за пределами влияния королей. Хорошо, так, в поставки входят всевозможные материалы, детали и даже чертежи, если нам повезет. Так, почему бы тебе не открыть пару контейнеров? Может, найдешь что-нибудь для твоей машины? Да, сейчас же мы этим займемся. И давайте начнем с премиума. Мы можем бесплатно открыть премиум. Берем даром. И что же у нас там выходит? Наверное, чертеж какой-то. Давайте посмотрим. О, так, вы только что получили свою первую деталь для машины другого класса. Эта деталь будет храниться в запасе, пока вы не соберете машину, которой требуется эта деталь. Хорошо, идем дальше. Классический контейнер. И посмотрим, что же нам там выпадет. Взять даром. И тут у нас чертеж машины Volkswagen Golf GTI. Еще два чертежа, и мы сможем его уже использовать или купить бесплатно через 45 часов, то есть 46 часов премиум контейнер. И через 10 минут классический контейнер можем открыть еще. Вот, всего, ребята, мы с вами можем каждые 10 минут взять... Открыть 5 контейнеров, а потом уже время будет увеличено. Так, преимущество входа. Ну, это нам говорят, нужно зайти в Google Play. Мы это сделаем попозже. Компания. И давайте продолжим. Так, не то. Вот здесь. Соперник, охотник. Хорошо. Также наша тачка. Для этого нам пригодится. И бросок через канал Black Ridge. Хорошо. Тюнингуйте свою машину с помощью чертежей, чтобы раскрыть потенциал деталей. Так, это наш Субарик. Как всегда, так, Дариус, привет, я Дариус, работаю с Ким. Могу предложить крутые материалы из доков. И так, ну что, посмотрим, у кого машина лучше. Догони, если сможешь. Да я тебя порву в клочья, вообще легко. Так, стартуем. 3, 2, 1. И так, идеальный старт. Сейчас посмотрим, кто кого тут порвет. Пока что ускоряемся и заходим, давайте сразу же в дрифт, чтобы получить бабосики. Но он пока что у нас впереди, у него бонусик, ребята. Да, и давайте ускоряемся, сейчас мы его догоним и порвем. Нам нужно дрифтовать почаще для того, чтобы заполнять индикатор ускорения. Бум, иди отсюда. И трамплины. Время в воздухе 138, что это, миллисекунд вроде бы, да? Дрифтуем, дрифтуем. Большой дрифт, это круто. И нитро, полетели. Эх, не получилось, ребята, подлететь к трамплине. Но еще будут, ребята, возможности. Так,
еще дрифт, поворотик, тихо-тихо-тихо, и полетели. Ускорение. О-о-о, все отлично, приехали первым, а кто бы, ребята, еще сомневался. Вначале все просто, а вот когда уже все станет сложнее, в середине где-то, это будет, конечно, жесть. Там любая ошибка, любой короткий удар по машине, по гражданской машине, все, ты сразу проиграешь. Когда ты тачку так наворотил, тоже попрошу у Ким хороших контейнеров, ха-ха. Давай, до скорого, хорошо. Мы молодцы, ребята, первое место. И получаем 15 репутаций. Почему-то мало. Открываем новые детали. Это у нас клапан. Хорошо. Клапан вроде бы у нас отвечает за нитро. Да. Чертежи машины получаем. Итак, выбор. СРТ. Получение, доставка. Так, проезд через Black Ridge Street. Нам нужно, ребята, доставить тачку. Окей, сейчас мы справимся. Тюнингуйте свою машину. Да, не успели. Вот такой вот у нас красавец. Красная тачка. GTS. GTS был, вроде бы было написано. Или GTR. Это у нас... Поехали. Ну, давай. Слушай, ты один из моих лучших водил. Так, лучших водил. Может, выполнишь одно поручение. Хорошо, Тайлер очень неспешно чинил Вайпер Маркуса. И теперь машину нужно быстро доставить владельцу. Хорошо, без проблем. Так, теперь мы видим у нас оборот между 4 и 5. Так, хороший старт. Ну, не очень лучший, но за 29 секунд нам нужно доставить нашу тачку в целости и сохранности. Чем больше мы его повредим, тем меньше бабок мы... Да, чем больше мы ее повредим, тем меньше бабок мы получим. Ну, тачка очень хорошо дрифтует. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот штраф, видите, 10 секунд. Воу-воу-воу, биться вообще нельзя. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давайте ускоряемся. И... Вау. О, все, отлично, успели. Успели, да. Не меньше денег, а у нас каждый удар минус секунда идет. И получаем 623 доллара. Вот это дело. Так, полюбуйся на плавной линии этой красотки. Спасибо, что привез ее домой. Окей, так, передай сестренке Ким, что она хорошо потрудилась. Окей, хорошо. Все, хорош тут болтовни. Рекорд времени 26 секунд. Хорошо, еще получаем 15 репутаций. И идем дальше, ребята. Открываем деталь. Это у нас чертеж машины SRT Viper GTS. Еще 24 детали нам нужно чертежей набрать, чтобы открыть эту тачку. Но это, мне кажется, дофига. Может быть, даже нет. Давайте, у нас последняя гоночка. Первый скальп. Час пик. Обойдите своих соперников в час пик. Хорошо, выбор машины. И полетели, ребята. Сейчас мы порвем. Это у нас самая первая глава. И обучение. Восток главой площади. Вроде было написано. Так, ну что, Элиот. Эй, салага, говорит, ну это нам, они все нас недооценивают, но мы-то, конечно же, их порвем. Так, Дуэйн говорит, что ты неплох со своей уличной машинке. Но теперь пришло время серьезного испытания. Я эту тачку навернуть толком не успел, так что у тебя будет шанс. Хорошо, посмотрим. Но вы все такие уверенные, конечно, а мы вас легко порвем. Пока что первый, и давайте сразу же ускорение, и начинаем потихонечку дрифтовать. Так, полетели. Полетели, полетели. Все-таки, ребята, есть тут... тормоза, зависает игрой, это я вижу. Вот, не все так плавно идет. На айфоне, я думаю, будет лучше. И мы продолжим эту игру все-таки на айфоне. И все, я обогнал моего противника, соперника. И можно теперь ускоряться, отлично. И заходим опять в дрифт. Вы тоже, наверное, видите, что игра все-таки тормозит. Ну, графика, конечно, хорошая. Капельки, дождь, отражение, все классно. Но я чувствую, что тут нету 60 кадров. Вот, все-таки
тормозит игруля. И у нас финиш, отлично. Мы приехали первым, глава завершена. Мы молодцы, ребята, ставим лайки. Наверное, мы сейчас с вами перейдем новый уровень, завершено. Так, Эллиот, вот это называется талант в чистом виде. Молодец, салага, нам говорят. Но я вам покажу тут, кто салага. Место первое. И да, у нас четвертый уровень. Отличника. Что за повышение уровня? Далее. Открываем новую карту. И Subaru BRZ. Еще 4 нам нужно набрать, чтобы открыть новую тачку. Глава завершена. И открываем еще чертежи Вайпера. Еще 23 нам нужно набрать. Окей. Так, в принципе, у нас четвертый уровень. И особые события мы можем с вами открыть. И давайте посмотрим, что же там у нас будет. Так, новая машина на прокат. Это у нас Мерин. Mercedes AMG C63 купе. Крутая тачка, и все, давайте все это дело пропустим. Привет, меня зовут Лил Уэйн, как будто ты и так этого не знаешь. Ну, не знал вроде бы как. Мы с командой сейчас Блэкриджи. Хорошо, я слышал, что Блэкриджи умеют ездить, так что мы решили прийти громко и устроить соревнование. Так, кто выиграет у AMG в уличной гонке, получает машину. Так, это рэперы, а не рейсеры. Ну, хорошо. Так, нам это какой-то гуда-гуда. Нам нужен пилот, а говорят, что ты настоящий зверюга за рулем. Да, недавно меня называли салага, а теперь я уже зверюга. Так, одолей каждого вызвавшегося соперника в Блэкриджи и можешь оставить эту тачку себе. То есть, Мэрин, мы можем оставить себе, если мы пройдем все задания. Так вот, брат, теперь ты... Мэнни какой-то, Юнг Мэгги. День первый. Но это, ребята, все уже будет в следующей серии. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Комментируйте видео, делайте репостики. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.